Федеральная налоговая служба достаточно давно и активно двигается в тренде электронного правительства. Мы стараемся максимальное количество наших услуг перевести в электронный вид, минимизировать количество контактов лично с налоговыми инспекторами и физическими приходами в налоговую инспекцию и максимально оказывать электронные услуги как на нашем сайте, так и на портале ЕПГУ. К примеру, в настоящий момент времени к личному кабинету физического лица, налогоплательщика физического лица, подключено порядка 21 миллиона уже граждан наших. И, например, за прошлый год с помощью удаленной оплаты, электронной оплаты налогов оплачено более 9 миллиардов рублей. Ну, это, к примеру, как цифры, которые позволяют просто посмотреть о том, насколько эффективно и как часто и много пользуются люди электронными сервисами. Мы считаем, что это достаточно популярная вещь, активно развивающаяся вещь, в том числе с помощью наших коллег из Минкомсвязи, которые активно пропагандируют электронные услуги. Мы, безусловно, видим, так сказать, эффект этого и в части как раз работы с налогоплательщиками. Мы, когда изначально стартовали, наверное, одни из самых первых, кто начали предоставлять электронные услуги, мы как бы для себя никаких планок по цифрам не ставили. И все достаточно эволюционно развивается. Но сейчас, безусловно, нам электронное правительство пытается поставить некоторые показатели, которых мы должны достичь. При этом мы понимаем, что с физическими лицами у нас есть еще куда расти, да? А с точки зрения юридических лиц, мы считаем, что у нас достаточно неплохие показатели. Уже сейчас, в настоящее время, более 90% юридических лиц сдают налоговую бухгалтерскую отчетность в электронном виде по каналам связи. Поэтому ту планку в 70% мы, в общем, уже преодолели, и мы надеемся, что мы, наоборот, как раз приблизимся к некоторой показателю в цифру 100.